Дорогие друзья, мы начинаем шестой бой матчевой встречи. Добро пожаловать на ковер спортсмены сборной России Дмитрий Виноградов. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Виноградов Дмитрий. Представляю команду сборной России. Тренируюсь под руководством Котова Романа Александровича в клубе «Хрустальный Барс». Являюсь двукратным победителем первенства России по рукопашному бою, призером Кубка и чемпионата России. О бойцах антитеррористического подразделения «Альфа» могу сказать, что они достойны уважения, не рискуют своей жизнью ради других людей. И считаю, что молодежь должна равняться на них. Дмитрий Виноградов. Ясное небо, и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной, за мной. Мы живем на отцовской земле, внуки с ворога, славные дети. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. На крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Дмитрий Виноградов, клуб «Хрустальный Барс», Владимирская область. Он подала сынам землю, кровью мешали, чтобы вольно жить нам. Мы живем на отцовской земле, внуки с ворога, славные дети. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле, наши дети славянские дети. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Его соперник из сборной команды Московской области Сергей Авакимян. Внимание на экран. Здравствуйте, я Авакимян Сергей. Представляю сборную Московской области по рукопашному бою. Тренируюсь в спортивно-патриотическом клубе «Ярополк» под руководством Шадыкова Илья Сергеевича. Являюсь победителем первенства России и Европы по рукопашному бою. Люди, отдавшие жизнь за нашу родину, являются для меня ярким и достойным примером. В дальнейшем я бы хотел связать свою жизнь с элитными подразделениями. Сергей Авакимян. Сергей Авакимян, клуб «Ярополк», город Красногорск. Продолжаем наши поединки. Уже шестая пара, в которой встречается представитель.
представитель Владимирской области Зеленограда Дмитрий, представитель Московской области Авакимян Сергей. Бой, я думаю, будет очень интересный. На комментаторскую зону также к нам вернулся руководитель клуба «Авангард», тренер клуба «Авангард» Андрей Андреевич. Мы его поздравляем с победой его воспитанницы Егоровой Марии. Спасибо большое. Очень достойное выступление, причем соперница была очень сильно достойная. Победитель первенства России, мастер спорта. Ну, Мария очень достойная и очень хорошо выступила. Мои поздравления. Как говорится, стабильность – залог успеха. Да, стабильность. Трудились, работаем в этом ключе. Спасибо большое. Спасибо организаторам, хотелось выразить, как непосредственно тренера, спортсмена, одержавшего победу и принявшего участие в процессе мероприятия. Конечно, впечатляет и подход, и уровень организации. Я думаю, для рукопашного боя, для развития рукопашного боя это будет, конечно, знаковым событием. Ну и дай бог силы организаторские, чтобы это все начатое дело продолжалось ежегодно, традиционно. Да. Больше регионов приезжало к нам, издалека приезжали со своими титулованными спортсменами. Ну и в таком формате встречались, обменивались опытом. Поблагодарить, конечно, Шадрика Илью Сергеевича, который неоценимый вклад в проведение этого мероприятия внес. Оно продолжается. Но вот бой. Возвращаемся к поединку. Очень хорошие спортсмены. Виноград Дмитрий очень известный, опытный очень спортсмен. Это Владимирская, да, область? Да, Владимирская область. Неоднократный победитель первенства России, первенства мира. Призер чемпионата России, бронзовый призер. Призер Кубка России среди взрослых. Весьма опытный спортсмен, да, получается? Очень опытный, да. Авакимян Сергеевич младше его, ну тоже достаточно молодой, но подающий надежде. Стал победителем России в Брянске в 2020 году. К сожалению, в Курск не получилось попасть, заболел, а по причине болезни не поучаствовал. Но поучаствовал в феврале также на первенстве Европы, где одержал победу достойную. Так что динамика, темп хороший поединка. Скорость, конечно, впечатляет. Да, ребята очень быстрые. Оба спортсмена выступают такой, можно сказать, самой легкой среди старших весовой категории. Это до 55 килограмм. С нее начинается как раз у нас юниорский вес первой категории. Оба спортсмена мастера спорта? Нет, Виноград Дмитрий мастер спорта, а Авакимян Сергей еще по возрасту как бы нет выполнения кандидат мастера спорта пока. Ну, если, я думаю, будет продолжать заниматься, очень перспективный и хороший спортсмен. Все впереди. Пожелаем удачи только. Спортсмен действительно показывает хорошую скорость. Восемь поясом работает двухстойкой, да? Смотрю. Да, смотрю, да. Быстро меняет переход. Зрители активно поддерживают представителя Московской области. Должно придать ему силы, конечно. В родных телах отражаться сильнее, но и ответственности больше, конечно, когда за твоей спиной целый регион, твои друзья, товарищи, родственники, которые все пришли поболеть, поддержать тебя. Ответственности еще больше. Я родной клуб опять же. Вот попадание. Ну, пока явно как бы фаворитов будет невозможно, да, определить. Да, пока, честно говоря, вот этот поединок для судей будет очень тяжело принять решение. Попадание с одной, с другой стороны. Очень высокая динамика, скорость. Оценки больше зарабатывают спортсмены за счет ударов руками, ногами. Пока не переходят в борьбу, экономят силы. Первый раунд закончен.
Трудно сказать. Трудно, да. Очень трудно сказать. Бой совершенно равный. Самое главное, плотный. Что я вот заметил, поединки очень подобраны правильно, я считаю, либо интересно. То есть нет явных фаворитов по ходу поединка. То есть все бои плотные. И последние секунды непредсказуемы. Конечно, большая заслуга президентам Федерации Московской области. Спасибо, старались подбирать. Большое спасибо регионам, что они поддержали. И регионам спасибо, что именно поддержали, что не отказали нам в приглашении. Да, еще раз повторю, всем огромное спасибо, что приехали, поддержали, несмотря на сложное время. Так что большие молодцы. Всегда будем рады всех видеть в гости и приглашать. Также, кто нас смотрит, мы с Андреем Андреевичем вас приглашаем на наш всероссийский турнир, который пройдет 23-26 сентября в городе Домодедово. Всех будем рады видеть. Приезжайте. В этом году, да, уже подготовка уже сейчас началась, считай, за 4 месяца. И планируем, конечно, привести его помимо сильной конкуренции, еще очень душевный, красочный и хорошей атмосфере. Поэтому приезжайте, все ждем. 23-26 сентября. Положение мы уже подготовили. Да, да. Скоро разошлем. Скоро будем делать рассылку. Так, мы переходим к поединку. Темп, в принципе, не упал, но мне кажется, что спортсмен немножко синим поясом осторожничает больше. Один балл еще забыл, забыл на поисках. Переход, да. Красный. Ну, красный все-таки постарше, поопытнее достаточно спортсмен. Очень техничный. Оба спортсмена, кстати, стойку поменял. Вот сейчас поменял даже, снег красный поменял. Левша работает. Заметил, что меняет стойки очень. Ну, это больше, наверное, как обманная. Обманная подготовка до атаки. Обманного движения. Попытка, вот попытка перехода. По правилам здесь до сдачи, да, болевой? Да, либо вот до выхода, по правилам до сдачи, да, проведение приема. Шоу. Смотри, бой с красным поясом наращивает, наращивает. Удар, правда, в защиту, но достаточно быстрый. Хороший, очень динамичный бой. Интересно смотреть на таких спортсменов, когда они двигаются, показывают хорошие скорости. А, вот удар парк, к сожалению, нарушение правил. Но видно, не специально тут боец синим поясом разворачивался. Думаю, да, спортсмен такого уровня, может быть. Да, боец красным просто хотел нанести удар в область бедра. Буду надеяться, что сейчас. Ну, я думаю, продолжит, конечно. Болевой спортсмен до конца сейчас прыгнется и продолжит. Ну, не промахивается, да. Чуть поспешил. Торопился, боец синим поясом. Размен был, да? Размен ударами, да. Хотелось сейчас, Владимир Ильич, отметить, что скоро будет чемпионат мира по рукопашному бою, да? Да, 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 в конце. Мая, вот уже как бы. Вот уже, да, буквально на следующий день. Наши спортсмены, да, отправляются. Ташкент, Узбекистан. Только можно пожелать удачи сборной. Да, нашей России. Сборной будем болеть, поддерживать. Крайне тяжелый будет старт для них. Узбекистан готовился уже 2 года. Да, мне кажется, да, выставляют двойной состав. Будут напряженные тяжелые поединки. Так что будем болеть за нашу сборную. Надеемся, что они покажут достойный результат, хорошо выступят.
часам дома, потому что там с дочерью точно тренировался. На концовку второго раунда. Ваши аплодисменты, дамы и господа. Больше интересно, зрелищно. Тут, конечно, работа для судей будет. Ну, не знаю, мне... Скорее всего, все-таки преимущество все-таки бойца с красным. Более красным, мне кажется, да, будет более точнее, более... Здесь даже, в принципе... Здесь даже, если намеренно посмотреть, что, может быть, даже и не... Здесь даже не было, да? Не было, да, еще посмотреть. Поэтому все-таки... Мне кажется, что опыт все-таки более должен победить, но вот решение судей, судьям виднее. В любом случае, такие встречи, они, конечно, сильно повышают... Колоссальный опыт для ребят. Особенно подрастающих бойцов, которые начинают все по-взрослому, по пошлому бою. Конечно, и много собралось судей, все смотрят. Единогласно в решении судей победу одержал боец с красным поясом Дмитрий! Владимир Волгис. Причем Виноградов Дмитрий уже второй раз участвует на таком мероприятии. Он у нас 3 года назад, когда мы проводили турнир, приезжал тоже с представителем Московской области, Солнечногорска, тогда сражался. Достойный, красивый был бой, но тоже... с небольшим преимуществом одержал победу. Так что мы его поздравляем. Победу во Владимирской области. Большие молодцы. Спасибо. Хороший бой. Все, Владимирская область очень сильно развивается. Капашный бой. Недавно были турниры всероссийские. Да, недавно был проведен в памяти актера театра Тюмино Дедюшка. Очень неплохой турнир. Сильная конкуренция была.